Перед этим матчем мнения болельщиков были неоднозначными. Одни, а их большинство, утверждали, что после невзрачной и, прямо скажем, вымученной ничьи в предыдущем туре с командой «Таврия», футболисты «Нефчи» постараются показать хороший и результативный футбол. Другие же, более пессимистично настроенные болельщики, высказывали мнение, что молодому коллективу «Нефчи», переживающему сейчас стадию становления, будет трудно в борьбе с опытными футболистами «Телегула». Так или иначе, обе стороны были едины в одном. В команду после долгого перерыва возвратился опытный тренер Алискеров, и он способен создать в будущем боеспособный коллектив. Теперь о самом матче. С первых его минут футболисты «Нефчи» повели массированные атаки на ворота соперников. И уже в дебюте игры не сильный, но коварный удар бакинца Юниса Гусейнова застал врасплох вратаря тираспольцев Анатолия Чистова. «Нефчи» продолжал атаковать, и на исходе первого тайма очередная комбинация, начатая новобранцем команды Константином Куликом, завершилась хлестким и точным ударом Вели Касумова. Во втором тайме картина на поле резко изменилась. Более опытные футболисты «Телегула», прибавив скорости, в течение 18 минут сумели сквитать результат. Вначале отличился лучший бомбардир команды Николай Васильев, точно пробивший штрафной, а затем, изящно обыграв защитников «Нефчи», поразил цель Сергей Гусев. Такой оборот событий, естественно, не устраивал бакинцев, и они бросились в атаку буквально всей командой. В эти минуты голкиперу тираспольцев пришлось немало потрудиться, и все же и он был бессилен после точного удара Вели Касумова. Произошло это на 70-й минуте матча, а спустя еще 4 минуты тот же Касумов был сбит в штрафной площадке «Телегула», и пенальти четко реализовал Гусейнов. Финальный свисток застал футболистов «Нефчи» в очередной атаке. После матча я попросил поделиться впечатлениями об игре своих команд в первом круге наставников Владимира Вебера и Ахмеда Алискерова.